Всем огромный привет, кто зашел на мой канал. Сегодня мы с Лешей ездили по магазинам за продуктами. Были мы в Светофоре, и у нас открылся новый магазин. Я вам вставлю фотографию. В общем, его название, ну, не русское, я его не буду коверкать. Вставлю вам просто фотку. Этот магазин у нас один в городе пока что. В нем есть своя продукция, а также такая же продукция, как и в Ленте, и в Ашане. Итак, что же мы купили? Еще были на рыночке в палатке, там с овощами. Купили черешню. Черешня у нас по 290 рублей. Взяли немножко, так, покушать. Бананы. Бананы, в общем, вот в этом новом магазине по 100 рублей. А на рыночке 90 рублей. И капуста по 25 рублей. Я удивилась, потому что везде по 50 рублей и по 56, а тут всего лишь 25 рублей. Еще взяли мы лук с морковкой. И, в общем, эти покупочки у нас составили, так, 260 или 250 рублей. Сейчас я уберу. И что мы купили в Светофоре? Купили нашему котику вот такой вот корм Чамми. Взяли несколько баночек. Одну баночку мы скормили. Тут у нас возле дома собачка прибежала. Мы ей открыли. Скушала она этот корм. И взяли нашему котику. Стоил он 33 рубля. В Светофоре появилась вот такая вот чечевица. Алтайская сказка. Это очень хорошая марка. Очень вкусные крупы. В общем, вот такая вот чечевица шлифованная. Стоила она всего лишь 17 рублей. Здесь 800 грамм. Чечевицу мы любим. Можно и в суп, как второе блюдо приготовить. Взяла вот такую вот томатную пасту. Хотела взять маленькую. Я беру маленькие обычно. Но не было. А томатная паста нужна. Вот взяла прям такую большую. Здесь 800 грамм. А нет, даже килограмм. Здесь целый надолго хватит. Но тут состав томатная паста и вода. Там вот такая томатная паста. Так, Big Lunch. Вот такое вот картофельное пюре. 22 рубля. Взяла тоже несколько упаковочек. Вдруг куда-нибудь соберемся. Или на рыбалку. Или еще куда-нибудь. Очень даже неплохо. Также взяла вот такое вот жидкое мыло. Сочный персик. Деликатное очищение, запасной блок. Ну, можно использовать вот здесь вот так вот отрезать, здесь ручка. Ну, я, конечно, взяла в бутылку перелить с дозатором, очень удобно. Первую упаковку взяла, унесла ее в машину. Потом, в общем, смотрю, что-то бежит. И, в общем, вот здесь вот бежала. Леша сходил, мне поменял, взял упаковку. Ну, более-менее нормальную. Не знаю, кто брал это мыло. Напишите, 27 рублей вот оно стоило. Здесь 1 литр этого мыла. Итак, что же мы... Так, в Светофоре мы потратили 255 рублей. Так. Тут написано, что ООО «Спар Омск». Вот так вот написано. Город Омск, улица 70 лет Октября. Находится этот магазинчик у нас новый. Так, и больше ничего здесь у нас не написано. Так, ну начнем. Взяла я сердечки замороженные. Так, 149 рублей. Ну, обычные сердечки. Здесь 624 грамма. Такие вот. И также взяла цыпленка бройлера. Все у меня в пакете. Она уже прям разморозилась. На 120 рублей. Такая вот приличная большая курочка. Здесь у нас килограмм 714 грамм. Вот такая курочка. Так, вышла на 210 рублей. А за килограмм 120 получается.
такая вот заморозка. Также взяли вот такие вот семечки попробовать. Подсолнечные 34 рубля, но через упаковку они такие крупные. Здесь 100 грамм. Также была акция на шоколадке Alpen Gold по 39 рублей. Фундук и изюм мне нравится, и фундук молочный шоколад. Так, ацидофилин. Это, в общем, такой типа йогурта. В общем, состав. Нормализованное молоко с использованием молочной кислой ацидофильной палочки, лактококков и закваски, приготовлен на кефирных грибах. Вот такое вот. Я признаюсь, я ни разу не пробовала вот это вот, но хвалят, что он для желудка очень хороший. Ну и так попить. 37 рублей. Здесь 450 грамм. Такая вот. Типа йогурт это у нас. Так, кстати, ветчина была там по 158 рублей. Очень хорошая цена, потому что в ленте вот я за 183, в магните вообще бывает 200 рублей стоит вот эта вот ветчина куриная. Очень даже вкусная. Так, Леша взял себе ряженку веселый молочник. 37 рублей, 2,5% жирности. Так, взяли два вида сыра. Один такой российский. Российский за килограмм 359 рублей. Здесь 362 грамма на 129 рублей. Вот такой вот кусочек. И также это у нас голландский сыр. Он за килограмм 396 рублей. Здесь 222 грамма на 87 рублей. Вот таких вот два кусочка сыра. Так, закончился у нас майонез и кетчуп. Кетчуп взяли вот такой вот Балтимор с кусочками чеснока. 30 рублей он стоил. Так, сколько здесь у нас? Так, 260 грамм. Там и для шашлыка был, еще острый был. Взяли этот. Так, Леша нравится вот такой вот махеев с лимоном. Стоил он 60 рублей. Майонез тоже вкусненький, хороший. Майонез. Так, сливочное масло по 85 рублей. Вот такой вот. 72,5 жирности. Такое вот любимое. Мы молоко берем, но тоже этой марки бывает. Очень-очень хорошее. Так, ну вот сметану, это же марка 15%. Стоила сметана у нас 63 рубля. Также взяли яйца по 45 рублей. Вот такие вот отборные. Там еще отдел был фермерская продукция. И вот мы решили взять молоко. Так, изготовитель ООТПК «Молпродукт». Это у нас Омская область, Одесский район, село Побочно. Такое вот питьевое пастеризованное, массовая доля жирности 2,5, состав нормализованное молоко и все. Срок годности вот 5 суток. Вот 7 июня он произведен, годен 5 суток. Просто вот такая вот бутылка с этикеткой. 46 рублей стоит такое молоко. Также творог, наш любимый, лузинская крыночка, 126 рублей, 0,5% жирности. Вкусный творог, нам нравится. Так, и еще взяли семечки, только упаковка побольше. Вот, кстати, это марка этого магазина. Вот такая вот. 69 рублей эти семечки стоили. Так что напишите, у кого есть вот такой вот магазин. Я еще фотку там в начале вам ставлю. Этого магазина. Напишите, ходите ли в этот магазин или нет. Так, яблоки. Яблоки у нас Джонагрет называются. За килограмм 121 рубль. Здесь 430 грамм. На 52 рубля. Кстати, были самые дешевые яблоки. Такие вот. Три штучки взяли. Так, огурцы.
Тоже, по-моему, самые дешевые их брали. По 63 рубля, 332 грамма, 21 рубль. Вот таких два огурчика. Так как дома у нас огурцы были, взяла два штучки. Захотелось киви. Киви у нас по 168 рублей. Здесь на 316 грамм, на 53 рубля. Такие вот тоже выбирали. Тверденькие они там, все мягкие. Помидоры. Вот такие вот на веточке. Помидоры у нас по 78 рублей. Здесь 624 грамм на 49 рублей. Такие вот помидорки. И апельсины. Апельсины вроде бы по 88 рублей. Здесь 434 грамм на 38 рублей. Ну, такие два апельсинчика. Вот такие вот были у меня покупки небольшие. В этом магазине мы потратили так 1761 рубль. Так что вот так, сходил в магазин. Особо ничего мы не покупали. Прям чтобы так много мяса или еще что-то, много фруктов. Так как нас двое, нам этого хватает, мы особо, я не наготавливаю прям много, фрукты сейчас хочется, и овощей кушаем побольше. Вот такие вот покупки, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, будет больше видео обязательно. Всем пока!